Ну и в продолжении темы гектара в Якутии одобрено 25 из более чем 250 заявок на получение дальневосточного гектара. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Департамент по земельным отношениям Минимущества Республики. По 17 земельным участкам уже подписаны контракты, остальные в процессе. Отметим, что 217 миллионов гектаров или свыше 70% территории Якутии выведено из-под действия закона. Тем не менее, жители Дальнего Востока и России могут претендовать на остальные 90 миллионов гектаров.